Всем привет, у нас в продаже появляется Volkswagen Passat B8 2019 года выпуска с объемом мотора 2 литра, дизель, который выдает 190 лошадиных сил. На коробке передач робот, полноприводный, 134 тысячи километров пробег. Задний резинец в отличном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Передний резинец также в отличном состоянии, без всяких потертостей и дыр. Электрорегулировка сидений, также массаж. Давайте обратимся по комплектации данного автомобиля. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал с электроскладыванием зеркал, подогревом зеркал. Также блок управления светом у нас, датчик света. Мультироль с управлением мультимедией, круиз-контроль бортовым компьютером. Также у нас хорошая мультимедиа. Apple CarPlay есть. Также можно смотреть состояние автомобиля. Навигация также есть. Задняя камера. Запуск двигателя с кнопки. Трехзонный климат-контроль. Также можно переключать режимы езды. Партроники, электроручник, розетка 12 вольт, два подстаканника, центральный подлокотник. Если вам понравился данный автомобиль, контактные данные можно найти в объявлении. Можно приобрести автомобиль за наличный расчет по системе Трейдин, либо в автокредит. Находимся по адресу Студенческая 2, автосалон Зипа Авто. Всех ждем.